Ударим акцией по бездорожью. На площади Героев собрались несколько десятков автолюбителей, которые выразили свое недовольство состоянием дорог в Запорожье и области. В нем участники акции винят власть. Требования участников акции – создать депутатскую комиссию и разобраться с деятельностью коммунального предприятия «ЛУАД», а также до мая отремонтировать все проблемные участки, причем не только дорог, но и пешеходных зон. Мы хотим этой акции обратить прежде внимание и обл. Администрации, и город администрации на то, что мы не согласимся, водители, жители города не согласятся с тем, что происходит четверть века уже. Общий лозунг нашей сегодняшней акции – дороги нужны всем. К автолюбителям присоединились также люди с ограниченными возможностями, которые испытывают не меньше проблем с передвижением, чем водители. Тем временем в пресс-службе нацполиции области сообщили, что за неудовлетворительное содержание улиц и дорог в текущем году составлено 35 админпротоколов, половина из них на должностных лиц, за это содержание отвечающих. Активисты заявляют, что если не последует ответной реакции со стороны власти и действенных мер по устранению дорожных проблем, они продолжат акции и будут обращаться к руководству страны. Колонна участников акции проехала от облгосадминистрации до горсовета.